Одесса продолжает работать с международными финансовыми организациями и другими организациями, которые нам в этом помогают. Помогают в первую очередь в реализации нашей инвестиционной политики. И очень важным элементом такой работы является получение кредитного рейтинга от агентств большой тройки, так называемых. В этом году мы продолжаем эту работу. Уже третий год подряд мы заключаем договор с компанией Fitch Rating. В этом году стоимость у нас будет около 650 тысяч гривен, или в пересчете на доллары 23 тысячи долларов США. Это дешевле, чем предыдущие два года. Компания сделала нам скидку. Fitch Rating позволит нам снизить стоимость ресурсов, в первую очередь ресурсов, привлекаемых от международных финансовых организаций. У нас есть кредит от Европейского банка реконструкции и развития, который город брал для обновления троллейбусов. То есть стоимость ресурсов будет за счет рейтинга снижена ориентировочно на 100 тысяч евро. То есть мы должны будем заплатить в этом году тело и процентов меньше на 100 тысяч евро. При этом стоимость получения рейтинга составляет 23 тысячи долларов. Кроме того, рейтинг – это такой хороший имиджевый сигнал для иностранных партнеров, который позволяет оценить финансовое состояние нашего города, в первую очередь для того, чтобы вкладывать в развитие инфраструктуры города новые инвестиции.